Приехав на конкурс, я увидел то, что мои соперники достойные. В ходе конкурса у меня не возникало никаких трудностей по созданию данной конструкции, благодаря тому, то, что мои преподаватели меня хорошо очень готовили. И в ходе конкурса я уже понял, то, что я займу призовое место. Но было очень... Я очень сильно обрадовался, когда я занял первое место. Победа студентов агропромышленного колледжа – это большая заслуга инженерно-педагогических работников колледжа. И мы надеемся, что наши студенты принесут еще неоднократные победы, успехи, достигнут успехов на чемпионатах, в том числе и мирового уровня.